Вера и закон против детской преступности. Как повлиять на молодежь и уместить ее активность в рамках Уголовного кодекса? За круглым столом решали сотрудники УФСИН, наркополицейские и священнослужители. Акцент решили собравшиеся необходимо сделать на борьбе со спайсами. Большая часть осужденных подростков приступает закон именно по наркотическим статьям. Молодежь, отбывающую наказание без лишения свободы, решено задействовать в культурных и спортивных мероприятиях. Над социальной реабилитацией подростков будут работать психологи и представители православной церкви. Первая и вторая беседа просто очень хорошо отзывается. И некоторые мальчишки и девушки приходят, то есть уже переходят порог храма, вот, уже как-то в церковность, то есть уже вступают на добрую стезю, на добрую дорогу. И совершенно забывают о тех искушениях и проблемах, которые у них уже были.